Поставить его? Надо только не на эту, это не... Ну а куда? Вот туда. Вот просто я там у фонаря стою, там будет очень от фонаря хорошо так. Надо махнуться, надо встать в другую сторону. Ну что, поставите, там мы записи. Поставьте. А, все падает. Запись уже идет. Там, кстати, посмотрите, фонарь его снимает. Гриш. Вот этот фонарь надо как-то перевернуть, а уже свечки это. Так, а где я? Ну, сейчас. О, вообще круто. Да. Клево, так можно оставить. Мы как будто на какой-то космической станции. У меня такое ощущение. Надо еще Алис вот тут написать. Можно своим знакомым друзьям. Ты напомнишь. Правда, напомни. Thank you.
придумать, чтобы поставить его, чтобы... Я не знаю. Мне кажется, это не нужно. Ну, какой-то бы... Thank you.
Начинается все, да? Да. Гриша, придумай, пожалуйста, как сделать так, чтобы поставить телефон, чтобы мне не держать. Может, что-то какое-то спокойное. Thank you.
Наверняка сейчас тяжелая песня будет, и сейчас все заболеют. Тяжелый урок. Мне уже тяжело, чувак. Серьезно. Это слишком тяжело. А, это... Thank you.
плачет. Да! Вау-вау-вау. Что это было? Это что-то такое? Это очень сложно. Ну да, это что-то авангард какой-то. Это авангард. Сложно. Я не по тебя конкретно. Нет, ты классно поешь и играешь. Мне вот даже вот эта вот кофта звезда со звездами. А мы еще на телефон увидел. Да. Не, ну ты классно поешь, играешь тоже. Как тебя зовут, девушка? Да не важно. Ника. Не, серьезно, класс. Ну, Леха... Можно Нику одну, да? Леха... Да, все, берешь? Да. Я ухожу. Ника одна. Я устал. Да, Вика пускай одна просто. Не, просто, конечно, рок-н-ролл у тебя классный. Может быть, подпоете мне? Да, подпоем. Блин, я не все песни знаю. А эту ты точно знаешь? Не, вы точно все знаете эту песню. А позовите тех, кто... Позовите. Меня тоже подпоют. Хотя бы из-за двери подпоют. Кто не хочет выходить? Вы видите, да. Мороз,
Кантри прикольно, давай. Может быть, я не буду, нехорошо буду подпевать кантри. Вчера. Нет? Да. Ну, Олега, ты же знаешь, много песен сыграешь. Мне доверяйте, ну, зря. Спой по палец. Мне пофиг, ладно, пой, давай.